Ну вот этот бупер вызвал ранее, скорее всего, свои все. Надо, чтоб тележка полетела. Кусок фабрика сюда. Флот, ну, Мирамакс. Ну, не готов еще. А у нас... Да, вот эта планета. Болотистая, крупная. Тут вылетела орда. 50. Он был, тот самый прикос, он был все-таки 32 или 38. Ну, еще только игра началась. У поворота вот так вот тоже один линкор такой летел, еще в сторону еще только по половине прыгают. А люди прислали такую вот. Или, а, Миклара прислали 30 кораблей, 50. Ну, это какой-то... То ли дисбаланс, то ли еще. Ой. Конечно, удобнее флот собрать и хватать, если ничего там не выражает. Но это не значит, что в реале их бы не могли упустить. И обязательно вносили там то те же Буларати или Псилон, но Буларати медленнее передвигаются. Верлок бы им объяснил. Нету, про это только покупное. Два. Автофабрика. Ну, она сама будет строить так больше. А, тут можно население по 3, вот 3, 2, 2, там круто. Надо пересылать, оно построило, оно уже тут некуда пересылать. Кстати, ну это Моро, это... Ну как некуда, есть куда вот, вот этих. Ну, только началось колонизация. Ну, очень много планет колонизировать этих. Вот и реально уже. Ну, сложность экстремальная, максимальный уровень. Но мы же могли пробовать, если были эти тарани потусторонние, где там налетали. Они там покусывают всех. И надо, ну, проще ставить. То есть пилоты это крутые вояки. Там, допустим, на Сакову заменили. Там ученых. Непонятно. Тоже на кого-то можно другие главы. Вместо псилонов. Миклары там вот этих копателей клаксона, ну, муравьи так делают. И тогда попроще эти сакры, и тогда, ну, как сложнее условия, но можно как-то скучиваться. Ну, и в зависимости от того, что тут вот, сука, не червоточный, Миклары все это контролируют. Червоточный сверху было выход. Ну, где-то еще кого-то выход есть. А, ну одна здесь, одна. У нас то, что по центру, ну, под Алисиной, она выходит на центр галактики. Получается, что кто бы тут ничего не побеждал, по галактике, Миклар или там Маршане или люди тут. Все не сюда, и все равно они будут к нам вылазить. Ну, то есть разницы нету, кто там. Кто победил, тут больше будет лично претендовать. А тут нету, например, у тех. Ну, иногда это выгодно, но если это идет на край, с края на край, ну так, допустим. Вверху, а тут это, середина, нафиг не середина. Или с фланга на фланг прыгнуть. Ну, чтобы зайти
А тут бы в центре прыгнул, в центре туго. Во все стороны не побежать не надо. Большим флотом. А люди лезли, прыгли. Они были вверху в самом шоке достаточно. А допрыгли сюда. Ну, в Морозе две, допустим, планеты. Тут три ольхов такой хороший. Плюс Зарконья что-то было. Ну, это целое королевство было. Но у нас львичками одна есть еще. Это игра в другом квадрате. Что мы в центре круто смогли так противостоять. А тут вроде не центр. Не особо получается. Можно было, знаете, заранее карту. Знаете, сюда куда-то лезть. Но здесь нету планет. Ну как один токсик, собственно. Токсик, хотя и богатый. Токсик. Ну, если бы они в центре были, чтобы сложнее было за центром. Токсик богатый, еще карлик, половина мальмы. Минимал с того самого большого. Ну, по сути, тут микроша, сверхбогатая микроша. Минимал с богатым такой. Ну, правда... Высокая халита. Ну, тут все зеленые планеты. Одна пленера надо далеко. Это еще как чат остановиться. Пленора. Вообще гальская, а то может там или реально, или кто. Пустынно богато, а тут. Океанические. Ну, ну просто такие планеты, ну или садовали для зарконца. Ну продовольствие 6. Вот тут круто можно было. То есть если здесь была вовремя подсуетиться. Ну и эти просто давали кто же. Если большая конгломерация есть, то... И от столицы легче было бежать эту сторону, а не ту левую, которая была. Возможно, что... Ну, как бы, не так, как мы там были, там... Ну, мы давали вот этих... Во-первых, они знали, где эти аквари, никто не понятно было, где они были. А вот они же псилон, и эти уже не могут через аквари идти, не лезть. На Сузу. Но они могут да, через Херва точно опять сюда прыгать. Ну, не получалось. Если бы Сквайр и слева была бы соло какая-то. Может быть и Тэчес там или Хера. Это получилось бы, что мы Аквария тут столица. Что мы Сквайр не захватываем. Ну так, по идее, надо было, чтобы так вот до Тэчес. А не налево там. Развивающий будет такой квадрат, да. Ну, Аквария. Ну, в квадранте в большом, в галактическом квадранте мини-квадрат. Они бы заимели это. Ну, непонятно, что им мешало. Слева, что они могли лететь, тут захватить. Или фланг надо не было захватывать. Непонятно. У Миквара, да, тут вообще он цену никто не заселяет, никому не нужен. Ну, вот тут вот королевство, тригоны, это ему мы могли джадок скрипта только поддержать. Ну, можно было сюда, да. Ну, там тоже червоточек. Ого. Ну, очень, да, тяжело так. Тут ли круг от Пресиуса, какой-то. Ну, если токсик, к токсику будет готов, там. Что-то штукенцы. Ну это круче, вот это Моро, Мира Макс. Сколько тут? 5 индикаторов. Тут 3 и 3. 8. 11 планет. А когда-то много индикаторов на планетах. Ну это тяжело держать, там по сути одна. А у нас уже 3 и 5. Ну 5 штук. И тут 3. Ну, они сильно рано, типа. Борьбу слупили, потому что не было альтера. Так, экстремально вообще не надо, хотя бы на уровень.